Для многих Трест стал большой школой, и, может быть, я не состоялся как строитель, если бы не работал в данном Тресте. Примечательно то, что в Тресте проработало очень много поколений людей. И те, которые сегодня работают, и те, которые ушли навсегда, остаются в памяти. И Трест сделал для меня очень много. Примечательно еще то, что я учился у многих людей в Тресте. И подошло время, когда я уже отдаю свои знания детям моих учителей. А это самое главное. Очевидно, поэтому стоит трудиться и в строительстве, и в Тресте. Депутат Юрий Леонов реализует программу в парламенте республики, составленную из наказов земляков, строителей и металлургов казахстанской магнитки. А полвека назад в правительстве создавался прообраз будущего города Темиртау и Карагандинского металлургического комбината, там, где на карте был помечен малоизвестный поселок – Самаркандский. Планы перед строителями ставились как стратегическая боевая задача. Время было такое – военное. Хроника сохранила для современника приметы прошедшего времени, его ритмы и очертания. Ветераны Треста «КазМеталлургстрой», такие как Войтель Станислав Владимирович, помнят стройку с первого дня, с первого колышка. Добирался я сюда на подводе, потому что здесь транспорта, кроме железной дороги, вот ходил этот паровоз, на тендере можно было приехать, и прицеплялся еще вагон. Иногда вечерами прицеплялся вагон с Каргреса до Солонички. А остальное или пешком с Карагандой связь, или, понимаете, на лошадях. Здесь поселок Самарканд тогда был, не Темиртау, и вот в этом поселке темнота была, грязь непроходимая, понимаете. Ну, жилья тут было, общежитие. В общежитиях были эти нары двойные. Так что, конечно, условия для жизни были очень тяжелыми. Стройку мы делали в основном, жилье, самана. Девушки эти же сами саман готовили возле арыка. Так, жили они в палатках. О таких домах приходилось только мечтать. Новосел здесь Шварскоп Федор Федорович, бригадир промстроя. Первые начали здесь эти дома строить. Ну, чай будем в веранде пить, напротив веранды кухню. На втором этаже будет молодежь моя жить, как сын, сноха с детьми. А мы внизу. Комнатка нам маленькую хватит. Итого сколько человек? Итого 6 человек будут. На одной улице с Федором Федоровичем будет жить 30 семей. Дальше участок еще один, химстроя. Специально ввели под индивидуальное строительство кирпичный завод. Однако и высотки в Темиртау неукротимо стремятся вверх. Молодежь возводит себе жилье, и советы ветеранов, у каждого из которых на счету не один десяток домов, у таких как Леонид Петрович Суханов, ценятся очень высоко. Получено очередное задание от прораба Евгения Ивановича Лукьяненко. И немедленно начинается работа. Здесь дорожат каждой минутой, ведь из этих минут складывается успех передовиков. Полторы нормы за каждую смену. Иван Несун – один из лучших рабочих бригады. Мастер на все руки. Крановщицу Валю Протасову друзья в шутку называют снайпером. Несмотря на молодость, девушка в числе самых способных крановщиц на строительстве.
Но не только на промышленных объектах можно найти передовых строителей. Из месяца в месяц растет и город Темиртау. Углефабрика Карагандинского металлургического завода. Сегодня это один из важнейших строительных объектов. С ее пуском на 4 коксовых батареях будет экономиться 5 миллионов рублей в год. Стали на Магнитке новые объекты. Выросли семейные трудовые династии, традиции в которых крепче стали. Традиции, заложенные первопроходцами. Отношение к труду, чувство локтя. На 4-й Домне, одном из многих объектов дорогих сердцу Ивана Васильевича Лепилкина, заместителя управляющего трестом, мы любовались завораживающей красотой металла. Вот мы находимся на 4-й Домной печи. Для меня она очень дорога, потому что я принимал участие от начала и до самого запуска печи. А сейчас еще дополнительно хочу сказать, что здесь вот работает мой зять, вот газовщик этого цеха, этой печи. Кипящий металл – венец творения строителей Магнитки. По словам ветеранов, вызывает чувство, сравнимое с чувством покорителей высочайшей вершины гор или победителя полководца в сражении. Огонь и холод, лед и пламень стояли на пути первопроходцев, но шли день за днем, и продолжаются будни строителей. И в 40-градусную жару, и на лютом морозе, от которого застывает, кажется, даже солнце. Так рождался мартеновский цех на казахстанской Магнитке. Весна принесла с собой Первомай. На улицы города вышли юные, сильные, ловкие. Ведь Первомай — праздник молодости, праздник радости, встречи с будущим и устремленности вперед. Мимо трибун проходят строители. Это их руками возведен город. Это они построили Магнитку казахстанскую. Если вы уедете из Темиртау на полгода, то, приехав, вы не узнаете города. В нем появятся новые дома, новые улицы, новые клубы. В этом заслуга армии строителей. Строителя – это встреча с новым поколением, это рубеж, подведение итогов, в то же время праздник и веселье. Это смотр художественной самодеятельности, возможность проявиться талантом в коллективе строителей.